Сюрпризы начали встречать гостей торжества буквально на входе. Оригинальная выставка трудолюбивых и кропотливых участников фестиваля расположилась в холле общественно-культурного центра. Красочно оформленная экспозиция вызывала и восторг, и удивление. Отличились домохозяйки. Помимо живописных картин, на обозрение были выставлены кулинарные шедевры. Показали мастерство и берестейские рукодельницы. Креативная вышивка радовала глаз. Вывод один – инвалидность не помеха полноценной жизни. У нас очень талантливые люди, и проведение таких фестивалей дает возможность людям приехать к нам, поучаствовать в этом фестивале, познакомиться с друг другом, а потом они общаются и в социальной сети, и перезваниваются. И также у нас рождаются семьи, когда приезжают на международный фестиваль, молодые инвалиды находят друг друга и создают семьи. Седьмой по счету фестиваль собрал вместе свыше 100 одаренных участников. Программа удивляла гостей праздником многогранностью. Конкурсанты проявляли свои творческие способности в художественном творчестве, декоративно-прикладном и исполнительском, а также в нетрадиционном видах искусства. Каждый участник стремился сделать свой номер оригинальным и незабываемым. «Вместе мы сильнее» – это особенный и уникальный в своем роде проект, в рамках которого у каждого особенного человека есть возможность показать свои умения, свое творчество, свой талант. И, несмотря на результат, конкурсанты признались, что в первую очередь данный фестиваль – это возможность воплотить в жизнь свои мечты, поделиться через свой талант кусочком любви к ближним и благодаря общению стать чуточку богаче на заботу, тепло и внимание. Это очень замечательно, что мы вместе собираемся. Вот. Мы, самое главное, первое, что значит, мы встретим своих друзей, которые значит, с нами дружат и с нами вместе. И, во-вторых, мы принимаем опыт, как работать надо. Расслабляюсь, где-то отдыхаюсь, вообще воодушевляюсь, друг друга поддерживаем всегда коллективом. И здесь вот тоже такая атмосфера, все хотят что-то показать, что-то доказать, и это очень хорошо. Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» – хорошая стартовая площадка для тех талантливых личностей, которые стремятся завоевывать новые вершины. У лауреатов данного конкурса есть уникальная возможность поучаствовать в ежегодном международном смотре творчества инвалидов в Витебске, организованного в рамках фестиваля искусств «Славянский базар», кстати, по итогам которого в этом году, впрочем, как и в прошлом, представители Брестской областной организации Белорусского общества инвалидов заняли первое место. А это очередное весомое доказательство того, что Брестская земля богатейшая на таланты. Инвалиды, они иногда думают, что они одинокие люди, и в рамках своей ущемленности они не могут раскрепоститься, поэтому их надо собирать, они также такие люди, как и мы. Им хочется общаться, между собой делиться какими-то своими достижениями. Виктория Осаченко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».